Успешный турецкий бренд теперь в Махачкале. На торжественное открытие магазина прилетели и представители турецкого бренда «Килы». И не только они. Мероприятие посетили гости из мира спорта, политики и многие другие. Наши коллеги расскажут подробнее. Торжественное открытие фирменного магазина прошло с перерезанием красной ленты вместе с почетными гостями. «Килы» – один из самых успешных брендов мужской одежды в Турции, который прочно закрепился на рынке с 1938 года. Бренд «Килы» основан в 1938 году. Мы крупная компания в Турции, первые производители тканей и готовой одежды. Первый магазин в России открывается в городе Махачкала. Нам очень приятно. Махачкале'yi beğendim. Çok güzel bir yer. Kiel'in de burada gayet iş yapabileceğini, yani seçilen ürünlerin buraya çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Ему очень приятно, что он приехал в Махачкалу, ему очень понравился город. Считает, что наша марка очень подойдет вашим мужчинам. Она консервативная. И думает, что будет успешная марка «Килы» в вашей республике Дагестан. Один известный модельер сказал, то, что вы носите, означает, как вы презентуете себя миру, особенно сейчас. Турецкие бренды используют для своих коллекций только качественные ткани, причем ткани на костюмы разной фактуры по сезону. Для осени тонкой фактуры, для зимы более плотной. Возрастная аудитория «Килы» – это как молодые парни, так и успешные мужчины, уверенные в себе. В этом фирменном магазине есть свой индивидуальный стиль. От спортивного до официального – рубашки, костюмы, верхняя одежда, обувь, аксессуары и даже парфюм. Я знаю, что у нас всегда любили и умели одеваться достойно, красиво, модно. И весь ассортимент товара, который есть, он отвечает всем этим требованиям. Ну, конечно, очень приятно, что у нас в городе открылся такой прекрасный магазин. Будем уже знать качественный, хороший продукт, да, где есть, где одеваться хорошо. Когда хочется максимальной свободы движений, в то же время сохранение стиля – идеальное решение магазин «Килы». Креативность в каждом исполнении. Турки знают толк в моде, в особенности, когда эту марку предпочитают известные турецкие актеры, как Актай Кайнарджа. Мне очень понравился ассортимент, особенно в преддверии 23 февраля. В магазине представлен огромный ассортимент как деловой одежды, так и casual стиль, ну, повседневный, спортивная одежда. Мне кажется, очень большой выбор подарков. «Килы» – одежда, которую хочется носить всегда. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала».